Пипец, ладно, погнали смотреть самый лучший мультик в истории. Ура! Ура! Roblox! Ура! Нихера сесть. Ура! Бля, что так тихо? Когда аукцион? У меня не работают донаты. У меня не працюют они. Какой аукцион? Ты о чем, чел? Так, это называется цифровой цирк. Ну, это... Короче, смотрим цифровой цирк. Глич! Добро пожаловать! Будем видеть привет! Цифровой цирк! Ура! Так, кто не помнит первую серию, я как бы быстренько им перескажу. Значит, помни, была наркодилером, вот, и она переела собственного товара. После чего, вот, она попала в шизофрению свою, да, ее, от прихода. И ее не может отпустить, то есть у нее вечный приход после этого. То есть это весь сюжет, вот. А здесь она работает альтушкой, интернет-альтушкой. Вот, и ее с куфы по кругу пускают. Это весь сюжет первой части. Осуждаю. Для шизофрения. Опять этот взгляд, который захайпился тогда, вот это. Нет! Блин, это типа я, когда отлежал руку, пока спал. Эй, кто-нибудь, помогите! Прошу! Она типа заражена, она типа... По-моему, типа тот, кто теряет надежду в этой вселенной, он становится вот монстром. Все годятся для подобного. Честно, я даже имени ее не помню. Да пошла она нахер, шлюха. Туда ее. Ё-моё! Ага, понятно. Она отдолбила букву О. Эй, помни, как спалось? Ты еще спишь? Я слышал, что эта серия крутая, но главное, они не пофиксили. Почему такая ядреных цвета? У меня глаза выжигает. Тогда не буду тебе мешать. Вот она! Привет! Надеюсь, ты в порядке. Знаю, вчера денек был просто нечто. Нечто. И не переживай насчет того, что ты бросила меня и побежала к выходу. Прекрасно могу понять, что ты на тот момент испытывала, поэтому без обид. Все, путем. Вроде как графон улучшился, не? Нифига себе. Давай забудем об этом. У Кейна для нас новое приключение, и, судя по его анонсам, должно быть очень весело. Сегодняшнее приключение – конфетный контрабандный кавардак. Все верно. У королевства конфетного каньона похитили их самый ценный ресурс – кленовый сироп. И теперь вы должны предать гнилых бандитов к сладкому суду. Целое королевство конфет звучит липко. Липко не то слово. Звучит ладно. Я забыл, что здесь матюки есть. Что ты про мать сказал? Осуждаю. Пузырёк, нельзя такое говорить. Нет. Стой! В нем я тестирую новый ИИ. С ним погружение усилится в 57 раз. Искусственный интеллект? О, новый ИИ. Ты же не хочешь связываться с новым ИИ, Зуби? Да, нет. О, звучит весело. Вообще что думаешь? Вот это самый всратый персонаж, дизайн персонажа, что я видел в жизни, напоминаю. Помни. Значит... Вся суть нашего пребывания здесь — это ролевки? Ну... Почему вы просто стоите? Королевство конфетного каньона нуждается в вас! На нахер! Всех туда! Психопатов хреновых. Он твоих детей курит! Это похвально. Что это за членонос, я извиняюсь? Мои глаза!
это типа желатин, да, какой-то? Это желейный слон. Вау, королёр, взгляни на замок. Он потрясный. У них тут конфетные жучки. Как прекрасно. Они жрать ничего не могут. Смотрите, это принцесса! What the fuck? Вы, должно быть, храбрые рыцари, посланные Богом, чтобы помочь нам с катастрофой. Это мы, мэм. Кстати, потрясно. Блин, человек, этот чел, который тут ведущий, он выглядит, как, знаете, визуализация слова «эшкеди». Вот мне почему-то, я на него смотрю, и мне кажется, как будто он кричит «эшкеди» все время. Ну, у вас королевство. Не знаю, почему, вот так кажет. Вы мне уже нравитесь. Смотри, помни, мы уже подружились с принцессой. Я не ребенок, не нужно меня раззадоривать. Полагаю, вам доложили о вашей миссии. Бандиты, что нас обокрали, использовали специальную автоцистерну. И мы решили, что лучший способ для борьбы с ними — это ваша собственная боевая фура. Стоп, это пародия на Мэд Макса будет сейчас. Насилие? Еще раз, что это за временной период должен был быть? С помощью этого ключа вы попадете в королевство, когда вернетесь добром. Я верю, вы не дадите ему попасть не в те руки. Положитесь на меня, ваше высочество. О, прошу, зовите меня Лу. Как ты это смотришь? Ну это больно. Политка просто охреневшая. Боже, и это гудок. Вот отстой. Гэнгл, ты за рулем. Прощайте, славные рыцари. Я безоговорочно верю в вас. Это что, это заварное пироженка такое? Да, а, это рулет, рулет. О, а это бандиты. Думаешь, твоя мама поправится, если довезем все до деревни? Я уверен, что да. Столько сиропа спасет сотни людей. Наверняка не узнаем, пока не вернемся в деревню. Но она боец. Научила меня всему, что знаю. Его мать? А-а-а! Не расслабляемся, парни. Погоня! Кажется, за нами кого-то послали. Да, надеюсь, тут будет сцена с этим вот. Йокерами с Мэд Макса, который огнем лупашил. Так, Гэнгл, как только мы их догоним, я прыгну к ним, заберусь внутрь и буду шмалять, пока их родная мать. Вот это мне нравится. Он знает. Мне кажется, это нарушает какую-то конвенцию. А твое вечное нытье на... Похер! Мы права человека больше не соблюдаем. У нас так не принято. Вообще срать. Нарушает покой моих ушей. Чел, давай, веди водила. Успокойся. Итак, помни. Уверена, что ты сможешь нам чем-то помочь. Может быть, когда догоним их... Мы бы могли играть агрессивно. Вот так. Джек! Туда, шлюху! А, идеально! Вот в такой позе оставайся, мне надо кое-что взять. Джекс, он... Вот клянусь, где-то тут лежала базука, но я никак не могу ее найти. Помни, лови! Вот она. Так, помни, просто не шевелись, а я пока перейду по тебе. Стой, издеваешься? Ну, молодец, помни, теперь у меня нет моста. А, в смысле, у тебя ж базука есть? Гаси по машине, лол. Ага! Попалась! Мои руки не достали! Бля, сейчас откроет кранч! От них одни проблемы. Посмотрим, как их фура справится со скалами. Мои руки длинноваты, чтобы переключить передачу! Нифига себе у них! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, пошла жара! Эй, лента! Давай за ними! Не думаю, что... Разве ты не должна быть покорной и сговорчивой? Езжай! Ты моя шлюха, делай, что говорят! Поехали! Вали, вали, вали! Ай, блин! О, эти ребятки не знают, когда надо остановиться, да? А, как же валя, дурака, и залеза обратно! Точно! Все целы! Можешь повторить вопрос? Я не расслышал тебя из-за ножей! Эй, Гэнгл, а ну-ка протарань их. Что? Нельзя их таранить! Помни, все еще там! Давай, будет круто. Почему ты? Да, единственный человек, который здесь нравится мне, это зайчик. Много ножей! Давай, иначе я расскажу рогате про ту фигурку. А если они не должны доставить... Да не чокнутые!
Пусть отведают этого. Ого! О, больше никакого тарана. Видимо, все-таки придется все рассказать рогате. Ты еще тут? Так вы же умрете, блин! Помни! Лови! Эй, королёва, веревка хоть к чему-то привязана? К нему, да? Не знаю. Дай проверю. Её это самое, Да нихера себе они блокбастер сделали. Но палитра все еще, блин, глаза болят. Я виню в этом тебя. Блядь, я как будто смотрю геймплей The Long Drive. Что произошло? Похрен, машина улетела на свет. Ай! Они типа сквозь карту провалились, да? Понятно. Ну что, могу сказать, хайпово им. Жизнь удалась. Парни! Ау! Есть кто? Это что за нах? Склад текстов или что? И типа модельки игровые он нашел. Почему хмурый? Да и вроде нормальный. Бытие. Что происходит? А, бля, они тут вдвоем застряли. Ну все получается. Где мы? Что это такое? А где моделька, помни? Я не знаю. Думаю, мы где-то под картой. Картой? Почему тут нет тебя или кого-то из твоей команды? Это выглядит как это, как лобби Фортнайта, знаете? Манты. Они тоже кружечки такие стоят. Потому что мы не NPC. NPC? О чем это ты? Кто вы такие? Что я? Ты NPC, как и я. Где мама? Ее нет. Есть мама? Нет, у тебя матери, конечно. А потому что по сюжету вы к ней не доедете. Нафиг делать модельку того, кого не существует, лол. Я даже не помню ее лица. А было ли у нее лицо? Не существует. Было ли хоть что-то? Ладно, стой, не думай об этом. Чем в экзистенциальный кризис сейчас упадет? Думаю, должен быть способ отправить нас назад. Верно? Наверное. Я грибу. Я хочу, чтобы ты рассказала, что я на самом деле. Ты чмо! Стоп, а это что за мусор? Это мать его такая? Нифига себе. Все живы-здоровы? Нет. О боже, бедная помни. Надеюсь, она в порядке. Бедная помни? А что насчет бедных нас? Одна плывучая цистерна отделяет нас от участи жирного пацана из Вилли-Вонки. О, монстр! Что это? Глаза меня не обманывают? Вкусненький подарок из врат королевства? Пожалуй, не откажусь. Воу, дружок! Мы не еда, мы не конфета, мы ни то, ни другое! Ты не хочешь нас есть!
Вы не конфеты? Как я могу есть что-то, сделанное не из конфет? Согласен, у меня такая же диета. Смотрите, какой результат. Шикарный. Простите. Помни, всегда пропускает больших гадких монстров. А ты вообще кем будешь? Меня зовут Помадка. Раньше жил в стенах королевства. Но меня изгнала эта гнилая принцесса после того, как я съел слишком много вкусненьких горожан. О, они были такими вкусными. Иногда я все еще слышу их крики. О, боже, это звучало как убийство. Разве это убийство, если тебе вкусно? Ответь-ка. Полностью оправдан, Ганнибал Лектор. Выпускаю вас на свободу, короче. А в этом есть смысл. Нет смысла. Может, оставишь это мне, пока я не начал думать, что твои волосы похожи на лакрицу? Джекс! Ух ты, и вправду похожи. Хватит! А, мистер Помадка, вы кажетесь добропорядочным парнем с действительно благородными целями. О, я не такой. Знали бы вы, чем я занимаюсь в свободное время, вас бы стошнило. Вас бы тоже, если про меня это знали. Как я и говорил, так вышло, что я знаю, как проникнуть за стены королевства. И скажу вам взамен на услуги. Его... Когда ты? Заткнись, лакричноволос. Бля, они сожгут всех жителей. Пускай. Да, вот, прикройся. О, ты должно быть какой-то мастер по отпиранию замков, пришедший освободить меня из открытой темницы. Это я. Все, что от вас нужно, так это помочь нам предать суду парочку грязных бандитов. Это что это? Так вот они все. Я видел, как мне жнец подмигнул. Стоп, это что сейчас было? Ладно. Мы знаем тебя больше, чем ты сам. Возможно. Блин. Ну все, хе-хе. Ты не хочешь попробовать помочь мне? Или ты все еще... У него экзистенциальный кризис, отстанет от человека. Он понял, что он NPC. Эй, ты в порядке? У меня-то, кстати, такое тоже было где-то в 2000... Не знаю, какой это год? 19-й, 18-й. Я помню, я что-то лежу, и такой... Лежу и думаю, блин, я ж умру. И я даже не пойму, что я умру. Ну-ка, если ты умрешь, ты не сможешь понять, что ты мертв. Типа, не будет такого, что типа, а, я умер. Ты типа, ну, у тебя нет. И я после этого так загоняться начал, пипец, я месяц спать не мог нормально. Я думаю, у всех людей рано или поздно происходит такое в жизни. Нет. Осознание неизбежного конца. О чем тут говорить? Я просто не хочу оставлять тебя здесь. Я дед-инсайднулся. Почему нет? Я пустое место. Это да. Я ничто. Моя жизнь, воспоминания. Да. Мои друзья. Все фальшивка. Тебя не существует, успокойся. Это может показаться странным, но кажется, мне знакомо это чувство. Ну, может, не прям такое чувство, но чувство, что ты ничто, это вполне норма. То есть, это мое бытие. Люди даже в том мире, откуда я родом, испытывают то же самое. Наверное. Но ты же все еще переживаешь за своих приятелей наверху, да? Уверена, и они беспокоятся о тебе. А какой смысл? По факту. Что у нас будет, когда вы уйдете? База. Мы лишь препятствия, созданные быть побежденными и забытыми. Ну, ты не обязан им быть. Слушайте, а это что, оказывается, глубокий мультик, а не какая-то дресня для дебилов малолетних? Нифига себе. Цирк. Место, откуда я. Ну, на самом деле, я из другого места. Но раз уж это теперь мой дом... Тебе показалось, понял. Может, он сможет стать и твоим? Люди там интересные, по крайней мере. Может, ты... Дебил. Смог бы быть там кем-то настоящим. С чего ты подбадриваешь меня?
Какая тебе от этого польза? Ну, она хочет, чтобы ты ей помог отсюда выбраться вообще. Наверное, просто не хочу, чтобы ты чувствовал себя ничем. Чтобы хоть кто-то так себя чувствовал. Но я ведь даже не настоящий. Я приживусь? Это да. Уверена, что приживешься не хуже, чем я. Ну, хз, Пудж тоже не настоящий, но я бы ему отсосал, не важно. И мне не помешал бы друг. Друг. Странный ты, персонажик. Думаю, можно попробовать. Эй! Я лишь попрошу не говорить об этом парням. Они парочка шустрых паршивцев, и я не хочу ломать им жизнь. Ну да, в этом есть смысл. Кстати, как тебя зовут? Гамику. Вау, это настолько же тупое имя, как и у меня. Веселый Гамми Бэр. Как вытащить нас отсюда? А, я не знаю. Блин. Может воспользоваться... Ребутнуть игру, в смысле? С глюками из коллизии грузовика... Я правда не уверена, как нам... Ладно. Я пойду методом научного тыка. Если не выйдет, то попробуем что-нибудь другое. Ты тут эксперт. Вообще нет. Ну давай уже, погнали, блин. Я вот только что поняла, что это может быть слегка ре... Блин, а что значит, будет две машины теперь? Ну, если они выберутся, там же та машина осталась. Выходит из матки. Блин, вот, и откуда я это чувство помню, вот то, что я сейчас вижу. А, я это уже как-то раз пережил. Сказать, я рассчитывал на что-то гораздо менее разочаровывающее. На что ты рассчитывал? Ну, знаешь, типа, на большую финальную битву, резня, смерть, хаос. Ну и ладно. Так ты сейчас спустишь монстра, и все будет смыть хаос. Они упали куда-то или типа того? Я не могу сказать наверняка, но определенно. Раньше босс не исчезал с клоунами. Что-то новенькое. Что ж, это... беспокоит. Ну, при самом худшем сценарии мы всегда сможем попасть. А что у нее ведро на голове? Меня волнует больше, что у нее очередной ужасный опыт. Кажется, она все еще сильно расстроена из-за вчерашнего. Я не думаю, что я ей особо нравлюсь. Подобное будет тяжело для любого. Не бери на свой счет. Я помню, как долго ты приспосабливалась. Оу, да. Я удивлена, что ты это помнишь. Помнишь что? О! Теперь они могут одну машину... грузовик, и он летает? Они тебе одну машину могут вернуть этим, а вторую отдать, чтобы они маме отвезли, которая не существует. Да! Нормально? Нет, стоп. Точно. Хай. Я отключу. Блин. Не смогла удержаться? Да, да нефть... Бля, они нефть урегают. В США вылетаем. Им нужна демократия. А, что это такое? Помни, ты в порядке? Что случилось? Да, я в норме. Я нашла нового друга. Босс, где вы были? Все пошло не по плану. Вам лучше не знать. Рад вас видеть, парни. А почему тут два грузовика плохишей? В этом тоже полно сиропа. А, да, похоже на то. Я надеюсь, вы не против, чтобы мои ребята отвезли его в деревню? Наверное, раз их два, то ничего плохого. Я неимоверно разочарован. Ну, человек... кровь смерти да, жестокой. У чела задатки этого Эгона ехали будут какие-то. В следующем приключении. Ха-ха-ха-ха, просто здорово. Да, ну, это Гамигу. Он вместе с нами вернется в цирк. О, а как это возможно? Так можно? Его мир, он типа полностью рухнул.
Думаю, это меньшее, что я могла ему предложить, вместо того, чтобы просто оставить его. Эй, мило с твоей стороны. Давайте уже отвезем этот дурацкий грузовик в дурацкое королевство, что ли. Благодаря вам, храбрые рыцари, наше королевство будет снова процветать. Уверена, это было непросто. Вы даже не представляете. Прощайте, храбрые рыцари. Приятной вам казни этого бандита. Да, именно этим мы и займемся. Опа! Он ключ ему дал, да? Я все-таки не зря оставил ворота открытыми. А чё? Я думала, он мертв. Ты все равно это сделал, Дуб? Что ты сделал? А что там вот с ним еще как-нибудь поможем? Пока! И сейчас всех сожрю! Мои маленькие стойкие гамбургеры! Значит, это и есть цирк, да? Ну, привыкнуть можно. Оп, кажись, один из этих проскользнул. Стоп, чё? Не! Стой! Что? Блин, я думал, ну, блин, первый нормальный персонаж, паскуда, был за все время этого мультика. Вы что-то обманулись? Я понимаю, что вам нравятся ваши NPC, но если я перестану понимать, кто человек, а кто NPC, кто знает, что может случиться? Хайпово. Да! Нормально! Что ж, пойдем. Чего ты жжешь, психопат? Давненько я этого не делал. Блин, я думала, он никогда не уйдет. Мне правда очень жаль, помни. Но ты хоть попыталась? Может, он вернется в будущих приключениях? Я знаю, Кейн любит иногда повторно использовать NPC. Я все подготовила. Что она подготовила? Может, хотя бы присоединишься к похоронам Кауфма? Кого? Нам нравится устраивать небольшие панихиды в память о людях, которые рассеялись. А кто такой Кауф? А, это чел, что ли? Это пришлось немного отложить из-за твоего прибытия и всего такого. А, это предыдущий в первой части сдох какой-то чел. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы почтить их. Это следующая. Бог мой. Всегда кажется, что готова к этому, но потом мы ставим фото и... Вот, я уже не могу сдержаться. Бля, прикиньте, я когда-то то, что умру, и вы будете фотку... А, ладно, вы не будете ничего делать. Но было бы весело. Наверное, он был крутым челом, я хз. Ставить фото и дрочить. Спасибо, пацаны. Именно этого я и хотел. Не, ну вторая серия, ну, нормально. Лучше, чем первая. Мне понравилось. Озвучено Ender Production. Это все еще невозможно смотреть, потому что вот это вот яркоцветная, выедающая глаза палитра, но если экран в настройках как-то сделать блеклым, поняли, то в принципе зашибись. По заказу Glitch в 2024 году роли дублировали Влада Мариупольская. Да мне срать, как бы кто их дублировал. Спасибо, что мне сказали. О, помни, слышь, этот задрот в Warzone. Ля, смотри, новые игрушки. Это что, игрушка дракона Гамми Белл? А это что, это клоун сидящий? Чего? Надо заказать. Уже заказал? Блин, псих, паскуда, заказывать все игрушки этого говна. Понимаете, что они, ну, типа, зарабатывают просто деньги на игрушках. Вот. Ну, ладно, дракон прикольный, а этот что-то такое себе. Хотя они оба всраты. Не, ладно, тоже. Не, ладно, дракон какой-то слишком обычный, а вот этот чел сидящий, хоть необычный что-то. Я тоже хочу заказать. Да, это к помни, обращайся, он шады, как это делает. Там какая-то долбанутая система, его надо заказывать через новую почту шопинг. Вот, я ему помню, рассказывал, что через нее это надо делать, и там, короче, сложно. Вот, а я хочу пиццы. Ну, блин, хотеть не вредно, вредно не хотеть.